Удар международной коалиции по Сирии вынужденный, но оправданный. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, это справедливый ответ на химическую атаку режима Асада в Думе. Чтобы избежать подобных нападений в будущем, президент призвал использовать все возможные механизмы и инструменты ООН. О том, что Украина солидарна с США, Францией и Британией по поводу военного участия в Сирии, заявил ранее украинский МИД. Ведь применение химоружия – грубое нарушение международного права.